Есть у меня особая страсть к фаршированным овощам из духовки. Начинки пестрят разнообразием, а в качестве основы часто подходят половинки перцев. Именно в них я и приготовила сочное блюдо. Эта вариация – прекрасное доказательство того, что простое блюдо может быть красивым и очень аппетитным. Главное, возьмите яркие овощи для основы. В начинке вместе с рисом сочетаются бобы и фарш, а также много сыра. Запоминайте, как приготовить фаршированный перец по-мексикански. Смешайте заранее отваренный рис, кукурузу, сальсу, натертый сыр, 1/4 оставьте, и фасоль без жидкости. Обжарьте фарш на разогретом масле вместе с приправой до румяной корочки, помешивая. Затем смешайте фарш с рисом. Добавьте соль и перец по вкусу. Перец разделите напополам, удалив хвостики и семена с перепонками. Наполните перец начинкой, уложив его на противень или в форму для выпечки. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте перец 30 минут при 180 градусах в духовке. Приятного аппетита!